Чечне произошло 5-е за сутки землетрясение, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным северо-осетинского филиала геофизической службы РАН, подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксировали в 16 часов 36 минут по Москве. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе, отмечают в ведомстве. Первое, самое мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на воскресенье, в 0 часов 30 минут. Толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители Грозного, в квартирах дрожали люстры и мебель, двигались полы. Днем в 14 часов 40 минут подземные толчки повторились с силой 4,1 балла, затем в 15 часов 08 минут, с магнитудой 3,1, в 16 часов 05 минут, в 3,8 балла. Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации из районов республики. Сведений о последствиях подземных толчков не поступало.